переходить, типа, в другие инсты, ну, как бы актуальные. Как блять, говорить. Лаунчер надо обновить. Да, залупа ебаная. Пусть ходит в актуальный. Да хоть трэш не реснулся. Вов Сирус. Кстати говоря, это стабильность сервера пострадала. Когда да, вот осенью очень играл. Очень. Да, вообще вот таких проблем не было, я аж охуел. У меня сейчас игра крашится довольно часто. Вот сейчас крашнулась, блядь, лол. На кого мы вот уже сколько? Второе, да, КД мы играем с лагами, просто зависает. Да, вот вчера то, что в Гере происходило, я вообще в ахуе был. Типа просто, блядь, бегаем по комнате с лючом, хуяк, подзависли. Ну, постояли секунды 4, побежали дальше. Я сижу такой, ебать, что происходит. Да, вот это вот, вот 2 КД уже вот заебало. Они поставили какой-то, блядь, себе этот, нахуй, патч. Что-то там сломалось. Да. Них, ну, я не знаю, что у них там сломалось. А, некоторые говорят, что, типа, ну, российские сети, типа, дудосят, нахуй. Ну, типа, блядь, нарушает, типа, связь. Зарубежные хакеры. Дудосеры. Ну, расист. Угу. Мы потом с тобой, это, куда-нибудь сходим, попиздим за его. Только равист. Окей. Хоть с кем-то можно, блин, поговорить. Это как-то расист звучит тоже не очень, да? Не, наверное. Написано расист. Натуре. А, по-русски, что ли? Ну, типа W, он уже как шет часто читают. Ну, блядь, ну, по-английски же написано правильно. Ты же не читаешь, типа, я А, Ш. Ну, хотя R в обратку. Слушай, а ты, получается, Нелла был бы. Ну, да, да, позора нет. Даже не Нелла. Я даже не знаю. Не один О. Нормально. Но. Тогда скорее не Ю. Да, кстати, Ю. Короче, единичку убираете, и получается Нео. О, ты избранный. Подкиньте шкафецки. Все вы внимательно машутся. Добежать сперва, потом будет. Так что будет, не парься. Это игра. Ну, не хочет, не хочет. Пусть висит. ИП-шки не будет зато. По консолу просто чуваку ничего не отдавайте, да и все. Раз, ну, ненадежный получается. Да, ну, в смысле? Он, вы что насели на него? Ну, не пошел и не пошел. Ну, не хочет человек, как бы. А консул, это мнение Релла. Релла распределяет консул, вот и все. Выслушал он типа мнение. Не пойдет, не получит свои там ЕП-шки, да, и все, чё, в чем проблема, что его донимать-то? Я говорю, у нас система лута ЕП-ГП, как бы напрягаться вообще смысла нет. Если не хочет человек, как бы... Персонаж второй... Бля, мамочка. Друиды, ну хильните, пожалуйста. В принципе, у тебя 24 приора. Вместо кого я заехать вообще нету. Могу в рейд, ребята? Нет, я вот спрашиваю, кто-нибудь... Нет. Кто в топе заберет этот сплетение или нет? Ну, в данный момент спасибо. Нету аркаликов, которые бы были в топе, Диона. Кроме тебя. Он не хилит, он дамажит. Катрисе, ну, мне нужна эта тринка. Понятно, я в мути перешел. Ну, вы попросили. Ну, я так понял, только рогам ему надо, она вообще по факту. Седжу нету этого, как он... У Никитоса есть. Не, у Сайдзо есть она, тринка эта. А как правильно прыгать? Я здесь первый раз в этом инсте. Слова. Где вы там, блядь, застряли? А, за мостиком отходишь? Я вместо Вилани заеду. Там запрыгиваешь. А чё? А, ну, просто я спросил, из тех, кто хочет поменяться, Вилани написал. Не, я ничего. А, я спрашиваю. Заклинание какое-то. А чё с рыбы упало? А, как обычно. Сила 3, танка пуфа и пояс. Короче, плащ не упал. Да, ничего нет. Не потерял вообще. Да не, я-то
просто. Я просто думал, что ГМХМ ПТГ первые. Я могу посидеть просто здесь пока. Ну, серьга же была вроде. Нет, так это естественный лут, нахуй. Танка пуха, нахуй, и серьга. Другое вообще прям почти не падает. Естественный лут. Ну, сколько мы ходим, короче, в ЗС, нахуй, танка пуха постоянно падает. Тринга, а вы, Леха, в ЦЛК Гере долго мучились? Ну, пока осваивали. Ну, да. Наличие, сколько там, блин, вайпа было, ебать. На первой фазе улетало людей. Я просто... Я вчера посмотрел, прям так четенько все делаете, прям порадовался. Не, ну, блядь, люди надорочились. На... Недельку в ноль попытки отпустили, да? Ну. Не, для меня вообще, как бы, эти инсты не проблема. Для меня любой босс не проблема. 2-3 трая, как бы, я все понял. Тупо ноль ошибок, я никогда не ошибаюсь с ними. Не, ошибаются, блядь, все нам. Ты... Но для меня это не проблема. Да, проблем больших нет. Да, мне бы тоже пошло. Поставьте кто-нибудь Дживса или Хламобота, пожалуйста. Святос, блядь. Тебя держи. Мне шамана ничего не надо. Я просто пошел похилить. Я хотел вообще ГМХМ по хотя бы один токен замутить. Нам трэш еще надо дочистить. Я вообще как бы ничего здесь не лутаю, кроме как в следующей неделе, потому что эту неделю я отдыхаю, а мы одеваем хилов, правильно? Ну, по Т5, по токену. Вот, следующая неделя, если что-то падает, я как бы по приору даже лутаю себе в танка, ну, шмотку как минимум. Да, не, ну как бы это хорошо, когда есть у тебя там пару персонажей, ну, более-менее средне хотя бы одеты, чтобы, блядь, подстраховать можно было. Чисто баф.
Да, да, тут. Что тут за тактика? А, бей, убегай. Убивай, короче, привязанных к тебе. Нет, видно, я на этом боссе не был. Расскажи про. Хорошо, хорошо. Он от ОЕ не умрет. Он хилится, его бить надо. Да? Я хуй знает, я один раз такое убил. Угу, ну понятно. Короче, типа то, что он к тебе привязан, то, что на тебя действует и на него действует. Типа такой фильм, типа хило. 5, 4, 3, 2, 1. Короче, Артём, на перефазах стопай ДД. Ну, чуть-чуть, на секунду, на две. Чтобы на тебя босс не сагрился. Вика, 3 секунды. Сакуру дам. Пасифея из рейда. Притон. Притон из рейда. Релаш, отойди. Бидон, Мэтфокс, Авелания. Там где бьемся, а Джандис Сокру на вихре. Помню, блядь, первый раз били, просто в берсу уперлись. Ну, но... Да, в КД, в КД, Слава. Стой, отойдите от меня чуть-чуть. Если на ханте нормально. Вадикон, Дейнер, бидона. И Катрисе тоже бидона. Синхандай в стелсе. Демона не бьем. Выпадет. И на стрельника там сидите карася сами.
От демона. Карася будете сами танчить. Почему? Хочешь побить? Я говорю, танчить сами будете. Я говорю, побить хочешь? Там трынка не нужна. Угу. Ленгер, ну это скажи. Какую? Капюшон, подсыпь это, пожалуйста. Блядь, Олю, я его не вижу, у тебя его. У меня есть оно. Тогда фетиш. Не, фетиш нет. Я такого подобрался под фетиш. Мы не убиваем. Джайну не убиваем. Блядь, тогда сфера сверхобезьяны. Ого. Идеально. Замань. Ну. Хорош. Джандис, тебе повезло. Или ты руки не лутаешь? У него руки есть. Немноги. Скиньте ДПС кто-нибудь. Чё выпало? Да я и так увижу, что выпало. Это, мне кажется, стандартный лут, да? Вот эти вот ступни тоже, наверное. Вам просто повезло. Че, мы на карася сразу или нет? Ну, по прямой расследованию на карася. Нехай обходить. А, вы... А значит, не, а смысл тебе на ОФ? Мы тебя, блядь... Вы охладите свой ОФ пока. Конечно. Да, пока есть кому на мейн. Вон, да, блядь, кому на мейн есть? Стелси отдайте, блядь. Или кому там еще? Хамазек есть у вас, блядь. Рейдрик мейн. У него прот мейн. Разве? Да. Нахуй я тогда на пала заходил? Кто знает. Короче, наебали. Ходит на ночь. У нас по последнему времени мейнов, я так понимаю, нету в гильдии. Ну, а здесь он вроде еще начальник в гильдию вступил, даже говорил, что он хочет потом быть мейном. Да не ебет кто в чем. У нас нету разделения по офф и мейн. Есть. Не-не-не-нет, Слава, я говорю про лут. Я говорю про то, что лут распределяется независимо оф или мейн спек. Лут распределяется по ИПГП и все. На какой спек никого это не ебет. Да С у меня оф, ходик мейн. Я могу сделать это заключение по одной простой вещи. Хантер забирает на сурва кольца с арпом. Все. На мейн спек. Ну, потому что ну, перебиваться блядь, ничего будет, все, опять. Меня это не ебет, я говорю, ну, нету. Нету. Какой ты душный. Я не душный. Дайте фоточку. Я констатирую факт. Константин. Отойди. Джон Константин. Вот у меня холик мейн. Сука. Но кольца у меня нахер, на... Ой, что еще? На чем? Нахуя. А, я холи спеки хилил, охуенно. Костя, я оценил. Хорошая была. Про хуи или про холи? Я в другую комнату. Консилятор.
Но, блядь, вся того убирать 500 СПД всему рейду резать. Но такое, есть, короче. Там притон есть. Оставьте притона в Дестре. Ну, вот. Мучить его. Вот, потому что демон всегда нужен. Даже хуёвый, даже, блядь, 8к ДПС. А, там, получается, Кость Стринку, да, хотел? Да, Кость? Поезд, Стринку. А, ну все, давай на меня, меняй, пусть танчит. Ну ладно. Так, я спекаюсь. Ну что, давайте это, прижбить. Да, сейчас пафну ману купим. Юля, давай ты первая. Куда-нибудь. Блять, два мага, дев дайте. Дал. Наверно. Депрессия до сих пор здесь. Он просто предложил как вариант его поменять, а не то, что он пошел спать. Лагает. Да, бежайте к Атрисию. Да он сам себя обидит. На туре. Не надо делать. Такое ощущение, что он всегда обиженный. Dead Inside. У меня на работе коллега тоже такой, постоянно обиженный, блин. Который постоянно с кислыми ёблами ходит? На жизнь. Ну, да, типа, или залупленный, знаешь, который постоянно недоволен. Залупленный, блядь. Ты чё такой залупленный? Он постоянно недоволенный. Лимон хавает, залупленный. Возможно. Кошмар какой. Подожди, тогда получается, глагол залупаешься, другой смысл приобретает. Ну, типа, чё грустишь? Да. На самом деле, он просто подбодрить Абэму хотел. Абэма. Отбегите. Блядь, заебали не чилить. Так я вроде нормально. В десятке стою. Не, в смысле, я до этого стоял. Рейндж 10 должен быть? Да. Да, Даня, можешь там не распинаться, ведь я скажу, он не читает. Туда его.
Дал деф и живите. Короче, все-таки решил, да, Слава? Это что, наказание? Ну. Седжи вдогон. Какие заметки? И у кого? Слава, такой вопрос очень большой. У нас в гильдии есть ДЦ Аста Адель. А хуй она нужна? Висеть. А если это не Вика, это какой-нибудь Данил, не знаю. Ты мне скажи, за какой хуй... За какой хуй Седжу сейчас ГП полутал? А хули он? А теперь за то, что не в рейде ГП лутаешь? Я тоже он. Прилутал его какой-то? Это называется провокация. Конечно. Разошлись. Как море корабли. Или нет? Или да. Он писал, потому что думал, что сейчас на ЦТГ и ГМХМ. Он посмотрел по расписанию, ему ничего не надо. И... Оловры. Не, я тебе вообще говорю. Сейчас последний рейд, который вышел, это бронзовое святилище, правильно? Да. Угу. Сложное? Угу. Да ничего сложного нету. У нас в данный момент упирается все в ДПС и слаженность. Там про БС говорят. Про бронзовое, молодец. Ловите из коридора. А кто сейчас из хилов наиболее актуален? Аршам. Т5 Аршам. Ну я вот да, я при 100 видел, что в Т5 делает, но это пиздец какой-то вообще. Да-да-да, в него только успевай, блядь, иннеры запихивать, мне кажется, нет? В Шамана, видимо, то же самое в Т5. Да? Бидон очень сильно проседает. Я вот только не знаю у паладина, блядь, у меня хпал, я не знаю, что Т5 на хпала делает. Оно ебать как хилит жестко. Неплохо. Да. Ну, я так понял, что никому не надо это, блядь. Подожди, Костя, ты когда ставил? В
Бля, я говорил, я на выход, я за ронкофарм на выходных в будние дни, типа. А, ты про выходные имеешь? Да я тебе скажу, и выходные не приходили. Нет, потом просто люди как просят открыть Т5. За какой хуй? Не, ну это да. Седжу открыл сам. Но... Ну, ты Бидону. Открыли. Равист тоже открыл себе сам. Я сам себе открыл два куска. Я тоже как бы сам открыл, кроме двух воронок, которые мне Слава дал. А мы что, пойдемте босса бить? Что ли, или что мы делаем? Да, да, завтра бьем его. Согласен. А есть хилы? Где друид инвалид, блять? Слава, отдай выклику этого подняжную. Костя, ты имел в виду воскресенье, никто не пришел? Вот, и вот я прыгаю. В воскресенье не пришли. Просто даже люди сидят в онлайне, и я пытаюсь собрать, и похуй. Забирай брата. Вот смотри, я могу в субботу, допустим, вот у тебя написано воронка фарм 14.00, я в субботу могу и в воскресенье тоже могу. Лех, ну, я знаю прекрасно, кто когда плюс-минус может. Я просто говорю за то, что даже вот стоит воронка фарм на тех же выходных, и просто люди есть в онлайне, им похуй на это. Им это не надо. Мы же обсуждали это как бы. А что? Там все прекрасно и написано, что четверг, пятница, это кто хочет, приходит, блядь, лутает каждому на руки, выдавается воронка. Видимо, не хотят просто. О. Че, каждый должен, блядь, обязан, что ли? Все сопроты, да? Слава, забери лутера. А у кого еще раз у Холидринка? Угу, у Холидринка. Ленинград, ждите, когда я долечу, дойду там, нахуй. Я в Сумонике. Сопрот у Вадикон. Спасибо. Я затанчу. Я двоих затанчу. Да, у меня жирненький такой, конечно, затанчу твоих. Ты имеешь в виду этого шамана и хантера? Конечно. Главное на пол дойти.
Хорошо. Хорошо. Мне сейчас в ДД только пиявки вам анонсить, охуенно. Сам, как называется дебаф? Бросок пиев. Кто? Да. Не понял чуть. Где их и нету. А, дай ему пусть раздает. Я 12 штук раздал. Да, пока не кидают. Я на хпшку выпил. Ну типа по ночью пиявку, но я фиг знаю, типа сохранился у меня дебаф здесь или нет. Гамазек, огонь возьми. ДДшникам что-то надо знать? Или просто хуярь метки и все? Смотри, от бабы, вон там в другой конце комнаты, будет идти ветерок. Какой ты увидишь такой ветерок. Синий ветерок, от него в сторону, там, влево-вправо отбежал. Он тебе урон не нанесет, но он тебя воздух подкинет на 6 секунд, блядь, и ты нихуя не кастить, ничего не сможешь. Скорость каста еще дебаф повешает, ага, уменьшит. Так, короче, понятно. Бегаешь от него, он будет тут курсировать потихоньку. Да, плюс еще будет бросок пиявки, как уже сказали. Просто хуйня, высасывающая полностью всю ману. Пара, я себе вины зарежу. Нет, смотри, пока пиявка не дотикает полностью, там 10 секунд она висит. Ничего не сдавай в себя, ни банки там, ни ресы маны, нет смысла. Смысла лоб говорит, правильно? Да. Так а чего вы доебались до него с этой пиявкой? Я бы знал. Нет, то понятно, что он... Ман, отвод, блядь, это самую хуйту. Так не, он... я говорю, я... Пиявка я... просто... Чтоб то есть она дотикать должна или она на 10 секунд? Она на 10 секунд, и она высасывает ману. Ну, ясно, я... Ясно. Чтобы не остаться с нулем маны. Пристабав, дайте. Хилы, у вас должно быть рунический флакон зелья маны. У всех хилов.
Бо может подряд на вас два раза кинуться, чтобы вы могли хотя бы флаконом ебануть себе. Че, мы будем пулять, нет? Где руна, бабе? У меня кнопка, и мне неудобно. И мне неудобно. Спать на потолке неудобно, блядь. Не-не-не-не-не. Ты шо, хиль давай. У нас два гимнасио, блядь, ты чё? Ладно, я поговорю. А можно Синхана и Хилу убрать вообще из восьмой группы? Вообще нафиг убрать их, не мешают. Да, вот у меня Вашка багается до этого. Че, серьезно? Только три инера всего? Угу. Тебе что, 10 надо, что ли? На обычных 5 бывало. Где здесь 5 розовых? 5, 4, 3, 2, 1. Ветерок. В РДД летит. Обратно пошли. Притон, пиявка. В миле ветер летит. Солевуху к мастеру дайте. Ходит дринг пиявка. Вадикон, давай тоже в бидон инер. На воде пил. Ревностный. Поражался. 5%. Ой, давай, Вадикон, Берлурге. Это что такое? Джандис, пиявка, быстро. Меняемся. Дал. На ходу бафы дайте. Все, это, РДД, встаньте, подъезжай. Бидон ставь на ману. Отлично. Повиванию не уроните, главное. У нас косты-то есть кому сдать? Дангрен умер. Бля, давайте, Мэтфокс там быстренько добеги до него или что там. Не, спокойно, спокойно. Это... Надо сейчас забери, да. Призван умер. Ваня, а в чем проблема была от хила? Даю на хп гимну. Джандис умер. От Джандис. Дайте какой-нибудь диван, что ли. Гамазек, дай в дерево диван. У меня камень души есть, успокойтесь. Да, а Вилания... А чё, Вилания умирал? Я не видел, чтобы он умирал. Я у первого упал. Я спрашиваю, в чем проблема хила. В
Тотем доставал, тотем доставал до него, я видел. Три раза в него бабахнул. Меня тоже тотем убил. Ну я в ромбике держал как-то. Не босс. Что, монете? Спасибо. Слушай, Слав, может я в холлику пригоню в ДЦ? Я колодец поставлю, там на просадках он помогает очень сильно. Ну да, у нас трое сдохло. Орги, Призан и Джандис. Да, я вот этот хуйсос меня... Ну вот видишь, стоял бы колодец. Стоял бы колодец, жил. Или его потом бы... Мили. Ну не знаю, с колодцем, мне казалось, проще будет. В мили бидон кидай, в мили. Кто там ногти себе стрижет? Или кусает. Да, это зубы. Орге. Орг вылетел. Орге, где барабаны? Я дал барабаны. Ба-бабы. Отдай барабаны. А БКшные метасокеты только на ДД? Ну, на мили ДД. Да, да. Особый. Для Т5 у него... Не-не-не, я имею в виду, какие рецепты? Ну, для Т5 у него есть, для прота. Ага, все понял. Спасибо. На деф на блок щитом у тебя. Не, я... Ну я и говорю за это. А, турарник учил. Это я его просил. Вилаш, хоть если не было? Вилаш умерла. Да ебана. Падаем. Падаем, хули. Давайте диван. Сейчас выйду из-под босса.
проблема с хилом. Шлакер Джангис написал. Когда это вставашку? Не вставай, еще пригодится. Понятно. Короче, надо расставлять так, чтобы типа по-старому ногу, чтобы они уже выучили, как говорится, на сверху. Вот, видишь, он говорит, что он тупанул и пошел на другое место. Ну ничего. Так в кружке ты стоишь, ты, блядь, у тебя задача другая. Спасибо. Это у кого такой? Это остался у Кирсоли до сих пор, но он не новая мета. Здорово, правда? Идеально. Гениально. Давайте специально падать под каждый мосрест откат. Классно будет. Когда я пойду в Долоран почилю, когда вы не перестанете заниматься позовите. Босса добиваем 1% и откат, короче, мосреса и падаем. И Сава такой, посёль, похуй, падаем, блядь. На центре. Ну, короче, на лестнице. А точно в Mad Fox отдавать СС? Может, кого-то там поважнее есть, нет? Так заебись. Five, four, three, two, one. Пасифеем. Ветер летит. Да, в миле. В РДД пошел. Бочком поставил, если что, отходить. Вадикон. Пиявка. А вы что, и того заливаете? Чего? А, мне показалось. Ветер в РДД. Там просто призванный, но... Лёха, на тебе пьет. Хилит.
Хильте, хильте Лингвина. Хранить вот этого Шаркиса в рейд не разворачивай. 2%. Войд на тебе пиял. Мы бежим. Бидон на ману ставь. А, стелсы ставь ты на ману. Даю на хп гимну. Обязательно касты кикайте. Касты исцеления. Торнадо. На хилов летит, смотрите аккуратно. В мили летит. Лингрен помер. Умер танк. Иди, босса, там. Сейчас она заберет. Торнадо, прошу. Лингрен, вставай. Захилься. Мы по ханта прохи. Нормально, все не все. Она захилилась. Заберите, а, храните. Она захилилась, и охуеть как захилилась. Ну с ВРДД некому сбивать. Да нет, не в этом проблема. Балдин, дайте этот диват, что ли, кого-нибудь. У меня Хейло. Ну она жестко захиливает, слушай. Ну процентов 20 она поднялась. Коли дринг. Такой вопрос. А Аршамам сильно сложно? Сильно. У них метка. Бедан с Шамом. Бита нету. Шамам очень сложно, потому что они будут в 16% не сдавать. Смысла нету. А лестница такая. Да и тут не в кнопках дело. Считывает. Хита не хватит. Надо меткости. Так, так. Я же говорю, 16% шанс у него на мисс будет, блядь, на каждый каст. Ой, Лема будет, да. Вон, Энх тоже кикает, но его периодически встанет. Он в мили, мили. Надо, чтобы был рейндж кикер нормальный. Да. Хилим опять. Я не в курсе, как у нас паладины хилят. Я могу только это шамана сказать. Пора слава расчехлять Валанир. Ну, третий будет. Я вырезал, точно. Ошибка вылетела. Перезахожу. А нету там. Удалил спек? Да. Где кнопка Кигсгильды? Слава, там какая-то девочка или Лем просится как раз посмотреть на заявку. Ага. Блять, только не девочка. Лема не дамажит.
Ура! Слава, а ты еще чекнул ее заявку, где он что за персонаж? Может, там для него главная девочка, понимаешь? Он чекнул ее имя. Девочка, мальчик, блядь. 200-й ложках. Он на этом акценте был. Лем девочка, берем, блядь. Реги проебал, блядь. Рыбецкого можно понюхать, пожалуйста? Ну так понюхать. Рыбку, рыбку. Только понюхать. Может быть. Но она не для Гера, она для обычай пока что. Лема не дамажит. Сейчас, да. Ой, еще, еще одна, бляха, собака. Ой, бля, вы все. Шмонова ЧВХ собирают. Да. Я того рот труба шатал, эти ВХ ваши. А что ты хочешь, Мирдаун? Я хочу тешку обычную. Че еще хочешь? И зов. И все. И все, что надо счастья. Да. Не, забыл. Отшибло память. Сейчас мы прочистим тебе не только память. Дымоход. Дыма вдох. Дыма вдох и дыма. Давайте смешарики, нам босса убивать надо. Какой смешарик, лосяш ты, я понимаю.